История портретной живописи насчитывает не одну сотню лет. О том, как выглядели выдающиеся личности той или иной эпохи, мы зачастую можем судить лишь по работам художников. Елизавета Баранова, вдохновленная портретами великих людей, решила увековечить тех, кто воевал в Великой Отечественной, и тех, кто после восстанавливал разрушенное государство. Вместе с друзьями студентка художественного училища придумала волонтерский проект «Портрет ветерана». Мы, молодое поколение, мы должны заботиться о прошлом поколении, мы должны им быть благодарны, и вот мы решили создать как раз такой проект именно для того, чтобы сохранить память о тех людях, ну не в фотографиях, а тут вот таким вот путем именно создания портретов живописных и графических. Студенты художественного училища приглашали ветеранов в мастерские, устраивали выездные занятия в госпитале. Такие творческие встречи позволяют учащимся не только набраться опыта, но и сохранить связь поколений. Готовые работы в знак благодарности дарят ветеранам-натурщикам. Лиза занимает очень активную позицию у нас в училище, вот, постоянно организовывает что-то. И когда у нее появилась идея поучаствовать в проекте ветерана и нас в это как бы завлечь, то мы с удовольствием согласились, и все это, ну, было не с бухты-барахты, а как бы мы очень долго готовились к этому, то есть делали какие-то зарисовки, и потом уже это привело к вот этим большим работам. Елизавета Баранова вместе с коллегами по цеху за полтора года написала больше 1000 портретов ивановских ветеранов. Один из них принадлежит ее деду, другой – бабушке, ветерану труда Нине Александровне. Я пережила всю эту войну с малых лет. Война началась, мне было всего 6 лет. Так что все прошло на моих, можно сказать, глазах. Портреты понравились и мой, и мужа. Так что все нарисовала Лиза хорошо. Проект «Портрет ветерана» попал в топ-10 лучших проектов федерального конкурса «Доброволец России-2018» в номинации «Вдохновленные искусством». Ивановские художники рассчитывают, что об их инициативе узнают в других регионах. И у каждого ветерана будет свой портрет, который они передадут потомкам. Волонтерство для меня – это способ выразить огромную благодарность нашему старшему поколению, ветеранам труда и тыла. Ведь каждый портрет, созданный нами, это память. И я хочу, чтобы эта память осталась в сердцах наших потомков навсегда. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.